Итак, ребята, я всех приветствую. Мы продолжаем прохождение. Итак, акт 3, глава 2. Мы нашли одну из частей ракеты. Осталось найти другую. Собственно, вот так все просто. Так, ну вот она. И, насколько я помню, нам ее еще нужно куда-то протолкать дальше. Ну, давайте разбираться в любом случае, что тут происходит. Попроси своего бота подвинуть мачту. Да сейчас, сейчас. Джек, подвинь мачту ближе. Так же, как предыдущую. Эта штука тоже движется, ну чё себе. Come on, let's do this. Ну давайте, за дело. Чувствую, мы сейчас будем катиться и отстреливаться со всех сторон. И по-любому что-то такое будет. Давай, вставай за руль. Какой платформе двинем? Сложный выбор. Ладно, поехали. Ну, куда-то мы едем. Так, нам нужно в центр же прицелиться этой штукой. Не палатки, дружище? Да нет, просто осваиваюсь. У нашего приятеля Падука весьма интересные взгляды на молот Зари. Уж не ему судить, он сам пытался его запустить. Так, давай погрузим эту штуковину на носовой конус. Куда? Ну, окей, она в любом случае куда-то сейчас будет двигаться. Так, опустите спутник. Так, прежде чем я его опущу, тут по-любому начнется какой-то экшен. Надо тут прогуляться, осмотреться вообще, что нам локация предлагает. Так, патроны возьмем. Стоп, патронов на лансер, но неплохо. Так, еще вон патрончики впереди я вижу. Так, но каких-то бонусов я тут особо не наблюдаю. Так, ну сюда я и так могу зайти, не обязательно на лестницу залазить. Ага, тут ничего нету. Ладно, дергаем за эту штуку, а то пацаны уже заждались, хватит к стенам прижиматься, блин. Так, попробуем так. Есть, спутник поехал. Ребят, не подходите к рельсам. Формация металла. Вот же хрень, он застрял. Может, его надо слегка толкнуть? А, давайте. Ногой. Так, 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 ему скорее нужен пинок. Так я же только что его пинал. Уё, здрасте. Твою мать, прыгун. Ты как его там? Да, прыгун. Нет, постой, два прыгуна. Ах ты, сука. Спасибо, пацаны. А вот тебе. Давай. Бля, она что, сзади меня? Второй прыгун уничтожен. И наш спутник теперь точно сидит на конусе. Один есть. Значит, мы отправим мачту на ту сторону. Так, поехали. Фух, ладно. Постепенно мы эту штуку собираем с миру по нитке. Рано или поздно соберем. Давай, рули. Давай. Ладно, вперед. Держитесь покрепче, сейчас будет трясти. А что если Падук прав насчет запуска этих спутников? Ох, черт, рой на той платформе. О, я прям как знал. Нормально она стреляет, смотрит в обратную сторону. Черт, это совсем не выше. Я в курсе. Рули давай.
got it. Just keep us moving. Doing my best. Он отлично. Пацаны. Спасибо. Знаю, чувак, я словно на яхте параллельно паркуюсь. Ха, забавно, да. Так, слазим. Офигеть, пока я этого... Так, здоровяка прикончили, да, пока я его мочил, тут зато остальных набежало. До ядрени фени. Так, лонгшот я возьму. Очень кстати будет. Бля, я хотел ударить его ножом в ближнем бою. Пацаны, на помощь. Дел. Да-да-да, у меня тут проблемы. Помоги. Да, чуть не совсем я ожидал, что они сюда залезут. Не доброшу, скорее всего, но... Так, патроны опять в нигде. Минус один. Все. Блин, там еще один, походу, где-то заныкался. Всех убили? Да, похоже на то, ага. Фаз, тогда пристыкуй мачту, чтобы мы подключили спутник. Так, нужно срочно восполнить весь боезапас, который мы тут успешно реализовали. Ну ладно, за дело. Да что такое? Ох, ё. Я не могу идти. О, черт. Блин, я в эту комнату хотел зайти, а не вы. Что такое-то? Сюда нельзя было заходить, а я сквозь лагерь зашел. Меня вообще выкинуло оттуда нахрен.
Фриз, отлично, на тебе ножа. Все прошло как по маслу, о да. Я промолчу. Поищи другой выключатель, он такой же, как этот. Так, ну что, здесь ничего нету, я так понял. Мы вообще в целом достаточно редко находим что-то на вот таких вот небольших боевых аренах. Ну ладно, я так немножко осмотрелся, ничего не увидел. Так, все, я вооруженный, очень опасен. Мне теперь до хера потом в 528 охереть. Почему в лансер столько нельзя? Дергаем. Вот так. Берегу голову, сюда едет второй спутник. Дурака, я вот так и знала. Готово. Ну вот, все спутники на месте. Вернемся на мачту, нужно принести их в ангар. Окей, ладно. Не хочу обманывать, но мы никуда не торопимся, пока не откроем эту большую круглую дверь. А, не отправимся. Да, там выше есть платформа, давай туда. Читаешь мои мысли, все на борт. Давай, давай. Так, да, нормально все идет. Ну, рули, педали, давай. Так, надо туда забраться. А что если падок прав, и запуск этих спутников очень дурная затея? Он прав в том смысле, что молот опасен, поверь, я уж это точно знаю. Если не запустить спутник, случится беда. Поверь, мир в огне куда лучше, чем тот, о котором они мечтают. Нам нужно доставить эту штуку обратно в ангар, с остальным разберемся позже. Попробуем это. Ребята, мачта уезжает. Вот черт, видать, отрыв ту дверь мы запустили какую-то. Значит, пойдем рядом. А я только наловчился ей управлять. Ну да, мачта от нас укатилась, и, в общем, они это как-то не предусмотрели. Ладно, идем. Мне нужна помощь. Так, да, не отстаем от этой штуки. Что у нас здесь? There. Let's keep up with it. Вот так, идем за ней. О, покататься можно будет. Берегись, под нами. Ё, это было круто. Так, пацаны. Так, Маркус, давай, спаси меня. Ah!
сюда. Взрывайся. Бам. Всех убили. Запрыгиваем на спутники. Так, свет шумовая. Да не, наверное, она мне не нужна. Так. А куда укатила наша чудо-тележка? Все, нашел путь. Здесь есть проход. Да-да-да. Вот оно, не отстаем. Падок, Берд, мы сопровождаем спутник обратно в ангар. Хорошо, расшифровка старых файлов еще продолжается, но мы уже добились успехов. Отправляйтесь к Ялику, мы скоро отыщем вашу ракету. Отлично. Так, ладно, мы в пути. Так, Ялику-то нам через сюда выходить, нет? Судя по всему, нет. Но это не значит, что я здесь немножко не прогуляюсь. О! Наконец-то, спустя 20 минут прохождения. 3 штучки, ну тоже неплохо. Лишними не будут, конечно же. Джек, нам нужен свет. Да, логично, потому что я тут ничего не вижу, кроме своего светящегося рюкзачка. Так, что тут? Пусто, пусто, пусто. Спасибо, спасибо, дружище. Пусто, пусто. Все пусто. Так, ну окей. Тогда идем сюда. Идем, вернемся в ангар, и оттуда сможем попасть наружу. Да-да-да, вернемся к Ялику, мне нужно задание доделать. Это что такое? Речь майора. Это майор Гарант Падук. Генерал Игар Треску мертв. На протяжении десятилетия он одерживал славные победы одну за другой во благо наших республик. Мне передали, что, умирая, он завещал лишь одно — не подчиняться коалиции. Теперь мы здесь. Нас привел сюда Юрий Дощенко. Трус, тряпка, интеллигент, ничтожество. Он уверяет, будто наш единственный способ выжить — это склониться перед шакалами, с которыми мы сражались всю жизнь. Он хочет, чтобы вы пошли за людьми вроде майора Толи, потерпевшего поражение при вратах наковальни. Человек, некогда обманутый коалицией, которого обвели вокруг пальца еще раз. Победа сейчас ближе, чем когда бы то ни было, но они не хотят, чтобы вы об этом узнавали. Они уверяют, будто у нас нет шансов. Почему? Потому что они боятся. Они боятся шакалов коалиции, но что еще важнее, они боятся вас. Они знают, что у каждого гордого гражданина республик отважное сердце и железная воля. Их не сломить ни сегодня и ни завтра. Сегодня, друзья мои, мы выразим нашу волю. Так, здесь ничего. Need some help. Туда не попасть. Ну да ладно, идем в этот замечательный большой зал. Так, спутник в целости и сохранности. Если мы хотим свалить отсюда, нужно перебраться на ту сторону. А вот. Здесь по-любому что-то должно быть. Здесь нам не перейти, нужно спуститься. Да погоди ты. Че, реально ради одних патронов сюда шел и ради сраного арбалета? Ну ладно.
планшер, да ну нафиг его. О, по катушке. Черт! Ребята, под... Ох, ё! А, ну стоять, сучонок. Так, им конец. Идем дальше. Заменю-ка я пистолет себе. Надоел мне. Эта штука стрекочущая. У нее разброс вообще слишком сумасшедший. Неудобно стрелять. Похоже, все чисто. Кейт, хочу сказать, неважно, запустим мы молот или нет, я рад, что ты пришла сюда. Да, но если мы не запустим молот, будет неважно, был ты здесь или нет. Поищем дорогу наверх. Да-да-да, ищем дорогу наверх. Что у нас, кстати, по деталям? 19, ничего себе, это что такое? А, это управление, это маскировка. Что там по маскировке? Убийство во время маскировки продлевает ее действие. А я что-то хотел вкачать, я уж не помню. От казни врагов способности Джека восстанавливаются быстрее. Шокер у меня весь вкачан. Джек не выходит из режима маскировки, когда несет оружие. Подсветка действует вдвое дольше. Импульс также обнаруживает оружие и боеприпасы. Но не то, чтобы нужно нам это. Вы можете поставить вторую электроловушку, не уничтожая первую. Электроловушка замедляет врагов еще сильнее. И, кстати, нам хватит на оба этих улучшения. Радиус действия увеличен. Вспышка наносит средний урон. Даже не знаю. Ну, наверное, как-то так. Так, только мне нужно вернуть вот эту штуку. И вот эту, да. Все нормально. Сюда, враги. Опа. Это носильщик. Ну да. И не один. Не дайте им нас зажать. Ну давай, 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 давай. О, как они все в мозг хорошо уперлись. Раскрывайся, раскрывайся. Ну, давай, 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 давай. Давай, давай. О, я сколочку хорошо вовремя бросил. Твою мать, ты что, каждый носильщик вот так взрывается? Да, типа того, единственный выход над нами, надо забраться туда.
Так, что-то у нас патрончики даже есть. Джек, открой дверь. Лифт, this way. Лифт, все сюда, заходите. Пожи, пожи, пожи. Ну, вроде бы пусто, ладно. Кто бы мог представить, что собрать ракету так трудно? Ну, ученые, ракетостроители и все, кто хоть раз использовали фразу «Это вам не ракеты строить». А ты чего хотел? Что мы просто нажмем кнопку с надписью «Пуск»? А, ясно. Ну да, решили докопаться до симпатичного парня и загнобить его. Так, мы вернулись. И, к слову, самым симпатичный среди вас я. Понятно? Падок, мы почти выбрались. Что там насчет ракеты? Да, она на поворотном круге, на востоке за морем барханов. На пути стоит железнодорожный мост, но не волнуйтесь, мои люди поднимут его для вас. Найдите рельсы в пустыне, тогда вы будете знать, что на верхнем пути, на верном пути. Ладно, идем к Ялику. Знаешь, я все время себя симпатичным считал. Господи. Так, наверх я не пойду. А мы здесь были? Такое ощущение, что да. Да, точно, мы в самое начало вернулись. Хе-хей. Хожу, ящики пинаю. Да, да, вот эта ракета. Кейт, пора идти. Идем, идем. Эй, Пат, ты еще там? Есть вопрос? Нет, я ушел на обед. Да, я здесь. Где же еще? Что именно помешало вам запустить молот? Обычная проблема. 200 ренных патриотов пытались бороться с 3000 трусов. Вы же могли просто подписать мирный договор и сохранить кучу жизней. Отвечу тебе горосницкой поговоркой. Справедливая война лучше несправедливого мира. И много ли в Гарсоне поговорок, оправдывающих войну? Да, почти все. Так, ну тут я все осматривал, насколько я помню. Ну, то есть, когда мы сюда шли, поэтому... А мне сюда? Подождите, серьезно? Я думал, мне по прямой куда-то туда. А, ну понятно, я что-то не обратил внимания, что там закрыто. Ну, очевидно, да, тогда нам сюда. Ну-ка, с дороги. Ладно, выдвигаемся. Дети, еще кое-что. Пульт управления мостом не был подключен к сети, так что вирус начальника базы его не затронул. Но этот мост не поднимали уже несколько десятилетий. О чем ты? Боишься, что твои люди не смогут его поднять? Да нет, они справятся, но вот мост, он старый и ржавый и... В общем, лучше не стойте под ним. Ладно, вы слышали, что он сказал? Двигаем к мосту. Окей. Слушай, а откуда Берт вообще знает этого Падука? Падук вроде одно время служил вместе с ним в коалиции. Он был в войсках коалиции? Когда? Да фиг знает, он не горит желанием про это рассказывать. О, патроны. Отлично. А вот и Ялик наш. Наконец-то. Так. Куда мы отправляемся? Ну, надеюсь, что где-то там оставшиеся цели...
Стоп, а где остальные задания? Не понял. Не понял. Чё, я их... Так, вперед, проедем мост, направимся дальше. То есть они у меня провалились, получается? Какая боль, а? Пац, ты ведь из Вазгара, эти края кажутся тебе родными или типа того? Нет, если честно, рад, что мои родители одумались и свалили. Иначе б я провел все детство в этой пустыне, вытряхивая роющихся ос из ботинок. Чувак, спасибо. Ты ведь в курсе, что в пустыне была не всегда такой? Почти все время это был берег моря. А задолго до того, как я родился, чувак. Ага. Так, тут мы были. Не знаю, зачем я сюда поехал. Может, куда-нибудь туда. Ну, видимо, да, я все-таки все просрал. Не помню, какие там второстепенные задания были, но то, что было, то просрано, по-видимому. Так, и как мне еще кажется, что с этой стороны мы на мост не попадем. Потому что нужно было потуда заезжать, ну ладно. Заодно посмотрим, что здесь есть. А вот и мост, надеюсь, кочевники Мадука смогут его поднять. Открывается. Они до сих пор не уронили его, это хорошо, да? Проскочили. Курс на поворотный ствол. Пушка тут стоит. Ребята, вы видите артиллерийскую батарею? Может, стоит притормозить? Эй, Кейт, зачем мы остановились? Поворотный круг уже скоро. Он не убежит, я сначала хочу осмотреть это место. Че, у нас есть какое-нибудь задание, отправляющее нас сюда? Мне вот еще интересно, можно ли сюда все-таки забраться. Я вернусь назад и попробую туда как-нибудь просочиться. Дополнительные задания. Мусорщики. Кочевники Падука ищут ресурсы, отбиваясь от превосходящих сил Роя. Падук попросил вас оказать им посильную помощь. Дельта, осторожно, коконы малюток. Эй, эй, эти совсем свежие. Там внутри кто-то есть. Тут есть живой. Сэр, сэр, не так быстро. Что за хрень он несет? Вот дерьмо, внутри наверняка еще коконы. Они явно хотят, чтобы мы сюда заходили. Йо! Вот этого я не ожидал. Ух, ё-моё. Блин, какой сердитый был Ласифа. Уходим. Он явно в отчаянии. Чё, сюда предлагаете идти все-таки?
Еще коконы, разбивайте их. Да и поскорее. Ну да, конечно, здоровье. Ну давай, иди к своим друзьям. Прежде чем отправиться дальше, давайте прочешем это место еще разок. Печатная плата. Да, она автоматически регулирует громкость. Берт, я что-то нашла. Похоже на старую радиотехнику ОНР. Тебе нужно? Нет, это нужно тебе. Найди еще парочку, и ты сможешь улучшить угон Джека. Я бы и сам это сделал, но знаешь, ведь времени у нас было в обрез. Ладно, прихватим, если еще найдем. Здесь мы закончили, пора вернуться к нашей зоне. Возвращаемся к Ялику. Экстренная радиограмма лоялистов. Что? Ничего не понятно. А, нет, корабль Бараску принадлежит врагу. Он направляется к вашей позиции. Неизвестная группа мятежников. Приказываю уничтожить судно. Так, окей. Снова нам дают возможность улучшить нашу летающую игрушку Джека. Падок, мы покидаем артиллерийскую батарею. Мы тут вытащили твоих ребят из коконов. Не переживай, они в норме. Один из моих отрядов собирателей. Еще два до сих пор не вышли на связь. Если мы заметим, то постараемся помочь. Я был бы признателен. Так, окей, идем искать тогда потеряшек оставшихся. Заодно можно заскочить все-таки и... Не сюда, а вот... Сюда. Не факт, конечно, что туда вообще можно попасть, но нужно в этом просто удостовериться. Эта точка находится высоко на горе, и мне кажется, что это все просто как бы, ну, набор текстуры, не более. Опа! А вот это я не заметил, кстати, сразу. Погоди, погоди, почему мы остановились? Разве нам не нужно пройти под мостом? Да, сейчас, просто ищу полезные вещи. Да, мы уже прошли 20 раз под мостом. Привет. Похоже, здесь мы закончили. Идем, возвращаемся к Ялику. Да? Здесь типа само задание выполнилось, что ли? По-видимому, да. Блин, как же тупо это сделано, что сюда попозже нельзя было прийти. Так, ладно. All right, let's get to that rocket turntable. Так, и едем проверять мою гипотезу еще. Так, пока не совсем понимаю, как туда взобраться. А куда это я в сторону той метки еду, я не понял. А, типа заброшенный аэропорт, ну, наверное.
да, тут мы, блядь, приближаемся, а то и мы отдаляемся, да пофиг. Так, а как туда взобраться, я вот не совсем понимаю. Но очевидно, как я и предполагал, что, скорее всего, туда нельзя никак попасть. Но вот тут мы уже в начало вернулись. Тут как бы не должно быть прохода никакого. Хотя что-то эта дорога куда-то вверх все-таки ведет. Однако. Однако она действительно куда-то нас ведет. Блять, туда тоже можно. О, ребята, вы это видите? Сюда, космическая станция, мать ее. Думаю, стоит осмотреть это место. Центр подготовки космонавтов. О, однако, не зря сюда зашли. Падок, Берт, мы тут еще что-то нашли с виду, даже не знаю, космическая станция или вроде того. Сейчас осмотрим ее. Хорошо, будем ждать. Вот что интересно, каким чудом никто не узнал про космическую программу ОНР? Как коалиция утаила этот секрет? Это несложно, если коалиция контролирует прессу, а историки должны получать одобрение на написание... Секреты? Их легко утаить. Да, с этим, пожалуй, никто спорить не станет. Падук, там внутри что-нибудь есть или нет? Да, тут как раз маяки наведения для молота зари. Я думаю отправить за ними своих ребят. Но раз вы сами туда добрались, можете заходить. Будет сделано. Что, маяки наведения для молота зари? Технология ОНР. Иногда она супер крутая, иногда совершенно устаревшая рухлядь. Обломок световой карты. Это Дел. Опознавательные знаки коалиции. Похоже, здесь этот район сожгли световой ракеты. По-моему, этот случай мы в школе истории не проходили. Пишет в натуре космонавт. А на ту сторону я могу перейти? Ну-ка, давайте попробуем. Потому что, очевидно, в это помещение я могу зайти, а вот что здесь... Вызывает у меня неподдельный интерес. Нет, я тут не могу пробраться. Ну ладно, идем тогда туда. Очевидно, нас весьма линейно ведут в эту сторону. Так. Пусто, пусто. О, детали. Детали мы возьмем. Ну, три детальки набрали. Только толку с них никакого пока. О. Ладно, давайте глянем, что у нас тут. Помогите-ка. Так, Падук, мы на месте. Слушайте, когда напали на это место, я был уверен, что маяки спрятаны где-то внутри. Но этот компьютерный вирус перекрыл нам вход во все здания, прежде чем я успел что-то сделать. Пока ваш бот не разберется с проблемой, вам их тоже не заполучить. Слышишь, дружище, наша жизнь в твоих крохотных стальных пальчиках. Ищите терминалы на посту охраны в вестибюле. Так, ну тут можно и налево, и направо сходить, пока предварительно могу сказать с полной уверенностью. А вот и наш охранный терминал, нужно лишь пустить к нему Джека. Так, а как его тут пропустить, я что-то не вижу пока. Ну окей, давайте туда сходим, может по пути я что-то пойму, разберусь. Опять ящики пинаю.
О, целых три, неплохо. Так, тут все-таки дальше не пройти. Ну окей, не зря зашли, потому что детали нам тоже, безусловно, полезны. Надо теперь понять, как туда Джека пропихнуть. Джек, попробуй добраться до поста охраны через этот воздуховод. Паду, где начинать поиски, когда мы обезвредим вирус? Здание с центрифугой. Маяки, скорее всего, спрятаны именно там. Центрифуга, ясно. Только действуйте быстро, к вам приближается буря. Ага, вот он летит. Так, и чё? Дельта, база включается. Я знал, что Джек справится. Все путем. Падок, Джек разобрался с вирусом, мы внутри. Теперь у вас есть полный доступ ко всему комплексу. О, нет, сюда тоже могу теперь заглянуть. Устаревший лансер нафиг не нужен. Так, ну по-видимому здесь больше ничего интересующего меня нету. Да, видимо, это та самая центрифуга. Плевать на бурю, нам нужно туда попасть. Это не к добру. Останки упавшего кондора. Йо, Берг, ты часом не терял кондора? Их было несколько, они доставляли оружие одному моему другу в пустыне. Если что, найдете все ваше. Ясно, поняла. Джек, сможешь открыть? Сколько? 5. Прекрасно. 11 штук у нас их теперь. Патроны нам не требуются. Хорошо, идем дальше. Даже не верится, что Берг втайне перевозил оружие. Что тебе не верится, что Берг чем-то занимался втихаря, правда? Ну, когда ты так говоришь... Да. Похоже, нам придется идти туда через бурю. Давайте по-быстрому. Мы до сих пор не столкнулись с роем. Это хороший признак. Лучше не надейся. Из-за восстания Падука и хреновой погоды они могли... Что-то там быть не успел. Так, нам вниз, а с этой стороны-то ничего нету, да? Тут тупик. Да, мы оттуда вылезли, тут тупик. Значит, мы идем сюда. Ну, конечно, обратно не забраться. Обожаю пупковые заборы. Отродье и Бастион. Покажем этим гадам. Блин, куда? Ну ладно, мы тогда же кого-то убили. Блин, я не вижу его штуку. Oh.
Конец. Бам. Размазали по стенке сраный рой. Да, я знаю, как это прозвучало. Ладно, идем дальше. Да, было здорово. Наверх. Ну, граната мне не нужна, у меня еще есть две осколочных. Раздевалочка. Жесткие скафандры? Как далеко продвинулись космические программы ОНР? Еще детали. Три штучки. 14 штук у нас их теперь получается. Что, здесь даже ничего с собой не уволочить еще? Ну ладно. Шлем попинал и уже хорошо. Так, значит, все выходы перекрыты, и что дальше? Сейчас Джек все запустит, он кран уберет. Не сработало, тогда попробуем другой. А, тут можно тоже пройти все-таки. Ну-ка, а где его это? Ага, вижу. Будем надеяться, что выдержит. Ну, как видишь. Так, теперь этот подвинуть. Давай, лети туда. О, давно вас не видать было, друзья. Ух, бля. Нормально, ты убежал тем временем. Так, я вижу, там патроны есть, но... Меня сюда подсадить нужно или что? А вот туда бы мне попасть. Ну-ка. Ну, вряд ли проход там, но я все-таки посмотрю, чтобы быть уверенным. Да, но эту штуку, да, ее не отодвинуть. Так, а куда дальше-то? А, как обычно. Пустить сейчас ее надо. Get in there, Jack. Давай туда. Пьем. That's the ticket. Ну вот этот разговор. Ну да. Здесь пусто. Идем, мы сможем добраться, пробраться здесь. А, ну вот мы вышли с другой стороны. Но вот эти замечательные двери, они сейчас откроются передо мной. Так, и что у нас здесь? Смотрим. А здесь у нас детали ждут, это инфосотка. Три штуки. Пять.
Вау, сколько у нас около же 20 получается в комплекте с собой. Да не, пусть остается мое оружие. Так, чем по времени? Час уже играем. Да, час почти набежал. Так, давайте тогда... Это у нас прокачано, прокачано. Импульс. А что импульс дает? Действует вдвое больше. Блин, я не знаю. Все, что я хотел, я прокачал. Все остальное мне как-то не нужно. Так, ну ладно, пусть способности Джека восстанавливаются быстрее, это уже неплохо. Все, вроде бы мне больше нечего взять. Ну давайте вот это возьмем, радиус действия увеличивается. Все спустили. Ну хоть сколько-то DB не повредились. Скорее сюда. Ну да, они даже не заражены. Берегись. Мы почти на месте, здание с центрифугой прямо по курсу. О, детали. Сколько? 3 штуки? Ну они, конечно же, не лишние. Так, что здесь понтики еще лежат? О, опять эти дружочки. Так, понтики собираем. Скучная граната, 4 штуки, нормально, нормально. Hang on, we got a Strider. Недобиток Strider. Strider. Not for long. Это ненадолго. Ну, блин, стреляйте. Я, вы же идете впереди, я не вижу, куда стрелять. Ладно. Им хана, идем внутрь. Помоги мне ее открыть. Давай, давай. Итак, мы внутри. Где искать эти чертовы маяки? Давайте проверим камеры безопасности. Уйо, сколько их там. Глядите-ка, кто здесь? Вот дерьмо, их много. Ну да. Ну мы их, в принципе, замочим всех. Не особо трудно, я думаю. Так, я... Джека, очевидно, в эту штуку нужно будет засунуть. Но рычаг мы уже с вами видели, прямо как зашли. Но я сначала тут быстренько пробегусь, осмотрюсь на наличие деталей. Ага, сюда я залезть не могу вообще, да. Ну ладно, идем дергаем рычаг тогда, и все у нас окей будет. Так, стоп, а где он? А, во. Ну, не рычаг, кнопочки. Ребята, смотрите, маяк лежит в капсуле. Но как нам его достать? Можно развернуть стрелку. Вон там есть платформа. Стоит попробовать. Джек, разберись с этим. Ну? Уму непостижимо, эта хрень еще фурычит. О, пацаны проснулись. Она только до туда повернется, или она круг? Она не замедляется. Эй, вот что ты наделал. Чувак, это хреновина старше, чем ты. Джек не волшебник. Как насчет стоп-крана? Тут у основания что-то есть. Так, давайте поторопимся, а то она наберет скорость еще.
стелсом. И тебя сюда же. Так, держать, остановим эту пушку. Эту штуку. Давайте. Давайте вместе. Оп. Какого черта? Почему она не останавливается? Тормоза, видать, сдохли, не знаю. О! Как неплохо осколочная полетела, молодцы парни. Да ты-то откуда взялся? Бля. Новый на подходе. Добро пожаловать в блендер. Блендер. Где они? Три скотина. Да ладно, у нас эта переделка закончилась. Да, бля. Минус два. Давай, оглуши его. Товарища своего спасти, но не тут-то было. Следующий? Следующий. Бам, там себя взорвал. Бля, похититель. А патронов уже ни хера нет почти. Эта штука туда улетела? Или... Нет. Все получилось? Возможно. Нужно, чтобы Джек проверил целостность маяка. Скорее. Ну ладно, хоть в нас не отлетело. Так, я умираю счастливым. Мы отдали солдатам все, что могли ради мира. Пока я пишу эти строки, мои последние товарищи сражаются, чтобы остановить майора-предателя. Они все знают, что ракетный удар коалиции неизбежен. С небесной помощью она наконец-таки поставят точку, но они все равно сражаются. Вспоминайте нас и прошу вас, передайте мой жетон моей семье. Я хотел, чтобы их жизнь стала лучше. Джек, скажи мне, что маяки целы. Слава богу. Паддок, Берд, маяки в безопасности. Они граждан тяжелее, чем я ожидала. Боюсь, для нас не хватит места на ялике. Для всех.
Я попрошу моих людей доставить их. Хорошо, но мне тут срочно нужен один маяк, чтобы настроить их на нашу сеть в новой эфире. Доставите? Ну да, я отнесу его к Ялику. Ух, тяжелая штука. Так, Берт, возвращаемся, Падук. Отправь всех людей за остальными маяками, как только сможешь. Дельта, идем обратно на Ялик. Знаешь, Падук отправляет своих сюда своих ребят. Нам, пожалуй, стоит перебить здесь остатки роя. Ребят, простите, держитесь рядом, я прикрою. Понятно. Ну, в общем, мы не будем мы перебивать рой, потому что мы тащим эту штуку. Оу-е, 5 штук. Сколько у нас их уже? 8 в руках должно быть где-то. О, еще одна. Ух ты. Сколько? 9. Ну, я думал 10, но почти, почти. Ну, давайте 16 копить будем. Get the other side. Так, здесь... пусто. Okay, ладно, вперед. Eddie, good? Yeah, just lead the way. Да, да, все окей, идем. Буря не уминается, даже наоборот стало сильнее. Плохо, придется идти назад. Да? Okay, Delta. Так, Дельта, наш выход на той стороне. Ребята, рой тут. Да я снайпер, мать вашу. Господи, из дурацкого камерберста опять стреляю. Дайте мне лэнсер. Ух, бля, это что это было? Hang on, I'll be right there. А, понятно, что это было, мать вашу. Так, ну вроде отбились. А, ну понятно, понятно, что сейчас будет. Пока он эту штуку пилить будет. Так, лансер я лучше заберу обратно. Ну, кого вы там еще не добили? Все чисто, заходим. Твою мать, дверь заварена. Джек, разрежь дверь поскорее. И никто не удивился к тому, что опять пришел Рой. Я вообще ничего не вижу.
Так, вон еще вижу. Так, ну и все... Ой, опять. Неплохо, неплохо. Ну блин, этого-то убейте уж. Ничего без меня не можете, а. А, мы еще не всех убили просто, ну ладно. Так, сгасимся. Итак, до Ялика уже близко. Джей Ди, тебе легко говорить. Джей Ди, как маяк, не поврежден, это самое главное. Надеюсь, ты сможешь его уберечь. Да-да, я понял. Судьба всего мира, сущие пустяки. Слышите, буря стихает. Да, мы прорвались. Так, давайте вернемся на Ялик. Фац, Дел, кто-нибудь встаньте с той стороны. Давайте отнесем этот маяк на Ялик. Мы до сих пор этот не отнесли. Джей Ди, ты сможешь? Да, мне не сложно. Нам нужно решить, возвращаемся с этим маяком к Берду или повременим. Согласен с Фатсом. О, блин, больно произносить эти слова в таком порядке. Да, знаю, это бывает чаще, чем ты думаешь. Так, ну и тут заодно можно проверить. Я лишь одного не понимаю, ведь эта территория раньше принадлежала ОНР. Зачем они создали свой молот Зари практически на границе с коалицией? Васгарские технологии, друг мой. Мы ими славимся. Это мы изобрели транзисторы, микрочипы. И разумеется, пока мы старались сделать мир лучше, наши соседи создавали танки, автоматы и ракеты. Думаю, ОНР пришли, увидели классную лабораторию и сказали: «Привет, теперь это наша, кыш отсюда, спасибо». Плюс, если ты строишь супероружие, где найти для этого самое укромное место? Прямо на границе с врагом. Это же гениально. Добро пожаловать на борт, здоровяк. Так-с, куда нам это все вести-то? Ага, отнести туда маяк нужно. Ну, поехали. Смогут ли кочевники Падука притащить обратно все остальные маяки? Угу, я тоже об этом подумал. Они, конечно, с виду крутые, но эта пустыня никому ничего не прощает. Берд доверяет Падуку, а мы Берду. Значит, мы... Транзи... Какой еще транзиактивности? В них полно ценных знаний и полезных идей. А, если честно, даже не знаю. А если так, мы доверяем Падуку и его кочевникам, пока они нас не подведут, а они до сих пор нас не подводили. Ну да, сойдет. Так, я что-то походу не туда еду. А нет, все туда. Осталось найти проезд только.
Я кое-что заметил. Рой, кажется, изменился, стал умнее и хитрее. Да, еще у них теперь новенькое оружие и броня. Падук нас предупреждал, сказал, это началось прямо на днях, когда мы были на горе Кадар. Погоди, думаешь, это связано с тем, что у них снова есть королева? Да, я уверена. И еще станет еще хуже, если мы не включим молот. Понятно. Аэродром уже рядом. Припаркуй Яли как можно ближе, эта штука довольно тяжелая. Ближе некуда, сорян. Вот мы и встретились. Давай отнесем ее Берду. Веди нас. Падук, где Берд? Там, дальше. Он рассказывал мне про новую модификацию, которую сделал для вашего бота. Это было очень скучно, поэтому я вышел сюда. Пожалуй, нам стоит поскорее выгрузить этот маяк. Даже не верится, что эта штуковина спасет мир. Берд, мы на месте с маяком. Отлично, буду ждать вас с той стороны. Погоди, если Берд возвращается за маяком в новую эфиру, как мы попадем назад? Будь здесь сейчас ворон, то да. У меня возникла небольшая накладка, да. Не успел прочитать, ну ладно. Да блин, хватит ко всему прижиматься уже, сколько можно. Отложи пока маяк наведения, я им скоро займусь. С радостью. Эй, Берд, можем поговорить? Так, слушай, тебе еще ракету запустить нужно, а мне вернуться в новую эфиру. Да, да, ну разумеется. Джейди, все в порядке, сейчас пока занят, потом поговорим. Да, был рад, спасибо. Так, это что такое? Падук сказал, что ты нам что-то над чем-то работаешь. Да, это улучшенный прототип щита для Джека. Попробуй, установи его. Ух ты! Все, у нас все способности для него есть. Так, барьер действует, но в полтора раза больше. Возьму сразу же, не буду 16 тогда этих копить. Так, что у нас? Никаких не хватает еще. У нас двух умений не хватает, получается. Все остальные золотые у нас получены. Золото, 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 золото. 200 только не хватает. Да-да-да, я сделал модуль. Установите способность барьер для Джека. Установлено. Расскажи, что это? Это очень интересная штука. Сперва она создает ионное силовое поле. Берд, отменяй занятия. Уходим отсюда. Сюда движется Рой. Он останавливает пули. Дуй туда и испытай ее. Пошли. Заработало, причем сразу же. То есть ты даже не тестировал его? Но долго его хватает, однако. Вы заплатите за то, что пришли в мой дом без спроса. Incoming
бля. Бля. Это еще не все, ребята, бегите на летное поле, иначе Берг не улетит домой. Они прямо над нами. Зачистите летное поле. Не сбавляем темп, Дельта. Вроде бы все, ох, нихера подобного. Да, бля, с двух сторон одинаково идут. Бля! Как я оказался там? Ёбаный рот. Класс! Последнее. Так, аэродром зачищен. Теперь Берг может принести туда свой маяк. У нас еще куча дел, давайте. Блять, я в пропеллер попал. Пиздос. Это так тупая смерть вообще крайне. Так, что, ялик нужно убрать, да, отсюда? Так, отлично, это мы сделали. Теперь у нас осталось вот это еще, да? А ты нам ничего напоследок-то не хочешь сказать? Я уж так и быть, извините, поинтересуюсь, мало ли. Нет, ну ладно. Скатертью дорожка. Надо единственное с карты убрать тогда маркер, который... Значит, мы снова возвращаемся к делу, будем надеяться. Детки, я к вам опять с плохой новостью. Ну что теперь? Мои люди везут оставшиеся маяки, срочно отправляйтесь к ним. На их колонну напали. Где? Рядом, они отправили последнее сообщение из старого города. Понятно, сейчас разберемся. Блин, вот же кочевникам не везет-то, а?
Ага. Так, давайте я маркер уберу, чтобы он меня не отвлекал. Так, колонна кочевников, вот она, да. И снова прыжок. Ё. Видишь, там дым, твою мать. Да это стопудово колонна. Так, давайте сходим туда и узнаем, нужна ли помощь. Они сражаются. Бля. Ну прям по жопу не стреляли. Так, он где-то там позади нас. Он уже ушел. Йо! Спасибо, спасибо. Твою мать. Да, сука. Неприятненько. Так, давайте сходим туда и узнаем, нужна ли помощь. А, они в натуре еще живые, я что-то даже не приметил. Так, я поменяю на кое-что полезное. Nice work, Jack. Давай, шок-терапию на форме. Отлично. Another one of those bloody things! Еще и третий сюда подъехал. Где он? Где он? Где он? Все чисто. Надо проверить маяки. Ладно. Они с виду вроде целые. Забор упал. Экиндур, эки. Падок, дружище, как слышишь? Он говорит, что маяки в безопасности. Я сейчас кое-кого за ними отправлю. Не волнуйтесь, люди будут с оружием. Так, идите, занимайтесь вашей ракетой. Хорошо, конец связи. Так, здесь закончили, давайте вернемся на ялик. Ей-богу, если мы еще раз придется спасать этих кочевников. Эй, полегче с ними, они за несколько месяцев сражались тут в одиночку. Да, вполне логично. Что, нам за это ничего не дали? Дельта, я вас покидаю, будем на связи. Ну что, Бэр, счастливого пути. Удачи. Куда едем дальше? Поворотный круг, нужно убедиться, что ракета вообще там. Отличный план. Блин, прикольно, что так проработано все-таки, что в разном порядке это все можно выполнять. Хотя мне до сих пор немножко перед жопа от того, что... Типа, почему-то у меня из списка заданий исчезли те, которые у меня до этого там были.
Так, у меня все еще активно задание мусорщики, так что я мусорщиков сейчас буду делать. Тут, правда, катить до этих мусорщиков еще будет здоров. Да, давай сделаем остановку. Городские руины. Это где ты их обнаружил? О! Говорит, стоянку грузовиков тут по пути. И сделаем остановку. Давай сделаем. Только я не всем... Ну, сейчас разберемся, где тут лучше встать. Я пока брошу ялик здесь. Так, давайте узнаем, что там с этими грузовиками. Не понимаю, черт, куда все подевались? Может, это отряд сборщиков Падука? Ох, плохо дело. Они живые? Так, будем считать, что у них случилась беда. Дельта, скорее идем внутрь. Не нравится мне это, ну да. А, сюда я перепутал. О, мусорщики, дополнительное задание. Что за хрень? Почему они не атакуют? Живо, лезем внутрь. Джек, вскрой ту дверь, пожалуйста. Ты ведь знаешь, что это ловушка, так ведь? О, да, я четко понимаю, что это ловушка. А вот и они, охотники. Ну ладно, посмотрим, что мы умеем. Видимо, они также атаковали кочевников, заманили и уничтожили. Ебать. Легче не стало, ничего не видно. Ну, где вы? Попался, сучонок. Так, секунду. Ну вылазь давай. Ну и где ты? Ладно, так и быть, это же, блядь. Да ладно, завалил. И этого завалил. Охренеть, вас тоже в сон клонит? Потом, давай зайдем внутрь и посмотрим, что там. Надо осмотреться, вдруг есть радиодетали. А они есть. Немножко простужен, извиняюсь. Похоже, это центр связи кочевников. Хорошо, что мы зачистили его для них. Может, они не обидятся, если мы одолжим у них что-нибудь еще. О. Дел,
Дел, я нашла еще одну плату. Славно. Вот и все, тут больше ничего не осталось. Тогда выдвигаемся. О. Сильно потрепанный флаг Фасарга. Фасарг — это была полная задница. У страны ни хрена не было эмульсии, но ОНР все равно решила ее захватить. Прорвавшись через Вазгар, республиканцы смогли проделать еще несколько дырок в границах коалиции. Вазгарцы тем временем страдали из-за войны, которая им вообще никак не уперлась. Скоро в стране начался энергетический кризис и массовый голод. Видимо, республиканцы предложили им способ спасения. Лично мне кажется, что молния на флаге лишняя. Чё, сколько уже час играем? О, час 40, ничего себе. Падок, мы уходим из развалин города. Твоему отряду собирателей тут не сладко пришлось. Это неприятная новость. Мы сообщим, если обнаружу последнюю группу. Конец связи. Так, ладно. О, нам его переместили любезно, потому что мы же его там в углу оставляли. Так, а еще я хочу вот сесть сюда и попробовать разобраться с этой штукой. Типа она же нам должна, по сути... отмечать, что где находится. Насосная станция... Там были ангар для ракет. Ну, в общем, легче мне не стало, ладно. Это типа место штурмана. Но это опять же выгодно, когда играешь, ну, в компании друзей, с кем можно коммуникацию наладить. Ну, типа, едем сюда, там. Так, что мне тут ниоткуда не спрыгнуть? А жаль. Давайте по мосту проедем тогда. Раз мы теперь все вместе, хочу задать вам один давний вопрос. Когда вы ушли в самоволку, вы скучали по мне? Да не очень. Никак нет. Кейт, эти двое рассказывали тебе про красавчика, с которыми вместе учились? Ну, они как-то раз упомянули одного кичливого, грубого говнюка. О, ты его тоже знаешь? Нет, но он вообще клевый парень. Ну да ладно, я же знаю, ребята, что вы скучали по мне. Так, а мы здесь были, интересно? Ну-ка, это что такое? А, это нам сюда надо, но ладно. Разворачиваемся. Проедем вот по этому мосту до вот этого моста, ну вы поняли, по мосту до моста, ага. А, ну-ка, подождите, может, я все-таки туда могу забраться? Нет, я туда не могу забраться, ну ладно. Значит, этот мост не для путешествия. Я-то думал, мы там можем приехать. О, кстати, вертушка там стоит даже целая, на удивление. Неплохо. Но это у нас, кстати, предпоследняя глава, следующая будет финальная. То есть это третий акт, и четвертый акт будет последним, и там всего две главы. А тут, по-моему, четыре их, а мы сейчас во второй находимся. Да, раньше это все был океан. Опа. Патроны. Деталей-то нету. Ну, я тогда не буду останавливаться. Ну, там, возможно, оружие реликтовое какое-то, но не то, чтобы оно мне было нужно, поэтому... Поэтому посрать. Так, здесь мы сейчас будем искать последнюю точку. С мусорщиками. Надеюсь, мы ее найдем.
Опа. Эй, ребята, обломки корабля, давайте их осмотрим. А давайте. Эй, эй, Кейт, нам сейчас точно нужна остановка? Может и нет, но среди обломков наверняка есть припасы. Давайте нам сюда. О, последняя часть мусорщиков. Ой-ё, не затягивайте меня, не надо. Вроде спугнули. Это вряд ли, надо все обыскать, пока они не вернулись. Ох, ё. Это мы у тебя достанем. Тут что-то внизу бегает. Так, мне вот это нужно. Так, патроны закончились. Так, это все, и это все. That's it. Flock grounded. А ты дусник? Гантов, ты маме в опасу кремут? Песна, ама. А кто понур леспарин? Похоже, нашему новому другу тут не сладко пришлось. Паддок, мы нашли последний отряд собирателей у обломков корабля. Выжил только один человек. Печально, но я рад, что он цел. Я отправлю к нему подкрепление. Знаете, что люди благодарны вам за старания. Взаимно, Паддок, конец связи. Давайте осмотрим эту помойку перед уходом. Хорошая идея. В старых грузовых кораблях вроде могут быть радиодетали. Я уже нашел. Уникальное улучшение. Взрывоопасный имплант. Жертвы угона взрываются в момент гибели. О, круто, это улучшение используется автоматически. Дэл, это последняя оплата. Круто, теперь мы наконец-таки усилим угон. Мы закончили, пора вернуться к нашей задаче. Дельта, возвращаемся к Ялику. Так, и что у нас осталось? Два умения неулучшенных. Одно осталось неулучшенное, вот это, барьер. ХЗ, в этой или главе нам его улучшить? Мне кажется, в последнем мы его улучшим. Мусорщики и водопровод выполнены. Жутковато тут, правда? Огромный грузовой корабль застрял посреди сраной пустыни. Но это почему-то не самая дикая вещь, которую мы застали сегодня. А ты почаще с нами ходи на задание, еще и не такого насмотришься. Что у нас там по времени? Часа два уже? Нет, час 40 что-то. Я недавно же смотрел, такое ощущение.
Так, ну, по-видимому-то все, мы тут уже смотрели, нам двигать только если сразу конечной точки. Но я, наверное, ее проходить не буду, потому что там возни еще хер знает насколько. Твою мать, буря, сейчас вы издеваетесь? Вот зато мы наконец увидим, как возникают стеклянные столпы. Да, от этого лучше не станет. Мы тем более это уже видели. Причем в этой серии. Бля. Йо, вот это мы попали. Нет! Прямо, блин, в эпицентр залетели. Вот. Прорвались через бурю, еще нет. Ты классно водишь, но фиг знает, как правильно говорить. Управляешь этой штукой, маневрируешь. Ребята, мы уже близко. Глядите-ка, а вот ракета. Она что, на поезде установлена? Давайте доставим ее в ангар. Упс. Наш поезд с ракетой смотрит не в ту сторону. Вот почему этот круг называется поворотным. Так, секундочку, я сейчас пойму. Сейчас я хочу серию закончить или чуть попозже буквально. Вот маленький перерывчик. Так, ну что, еще немножко погоняем, да закончим. Сейчас, наверное, третья глава начнется. Ну, хватайся за другой край, нам нужно туда попасть. Так, и как мы будем поворачивать эту штуку? Для начала отыщем диспетчерскую. Опа. Тихо. Отродье у лифта. Ну я подумал, что это будет неплохой вариант. Да. Рано. Еще одно отродье, где? О, бля. Ох, бля. Да вы, блядь, еще и духами ходите. Ой-о. Так, пора отсюда сваливать. Оп. Ну чё, ты где там? О, приветики. Я чё-то не сразу понял, что это ты. Девище с двумя дубинками. Ха-ха.
ёб ты. Так мне и спасаться-то некуда было. Твою мать. You bore an axe to a gunfight, mate! Ну фух. Ну что ж, давайте развернем этот поезд. Да, патронов у меня совсем нет. Да, мне 4 патрона в Марксе осталось только, и все. Лансер. Блять. Лансер, я видел лансер, вот он. 157 патронов лансер, неплохо. Ищем диспетчерскую. Ну и куда? Туда? И как? А, может через эту... Блин, я что-то совсем эту дверь не приметил. Ну давайте, помогите ей, ребятки. Судя по виду, это диспетчерская. Теперь нам нужен пульт управления. О, детальки. О, еще кое-что. Никто не ожидал, что майор окажет столь яростное сопротивление. Никто даже не подозревал, клянусь небесами. Мы думали, что постоим недельку возле ангара и поедем домой. Мы понесли потери и сильно устали. Наш боезапас почти на исходе, но наш дух не сломить. Мир Нессере, ради него я буду сражаться, пока не погаснут последние звезды. Так, здесь у нас что? Ага, это хорошо. Еще патрончики. Джек, разверни этот поезд в сторону ангара. Громкий металлический лязг. Меня так забавляют вот эти подписи. Звуки боли. Вот это все там подписывают. Прекрасно, осталось лишь вернуть ее в ангар. Я думал, мы на ней поедем, отстреливаясь от врагов. О, кажется, этот поезд нас чутка обогнал. Черт, давай мы догоним его на ялике. О, быстро. Спасибо, что не придется мне самому бежать. Вернитесь на ялик. Так, ребята, держитесь, поехали. Почему он от нас вечно уезжает? Падук, Берт, ракета на поезде, который едет в ангар. Что, что? Он же не проедет, сначала нужно опустить мост. А твои люди не могут его опустить? Их там уже нет. Зачем вы отправили поезд обратно, не опустив сперва мост? Потому что мы не все... Мы разберемся сами. Ах, охренеть. Да мы не успеем же. Черт. Нам надо вернуться к пульту управления мостом. А я что, по-твоему, делаю? Я сейчас стараюсь не попадать в эти штуковины. Ну, единственное, да, у нас тут фора, что он делает достаточно большой крюк. Там изогнутая дорога, у нас здесь прямой путь. За счет этого мы можем как бы получить фору, которую мы сейчас немножко проебли. Да мы сейчас помрем, скорее всего. Я очень небрежно еду. Да куда уж, поднажми, от нас это не зависит. А, вот нам куда нужно.
Бежим. Он еще и гудит. Охренеть. Зачем он гудит? Какой нахер рой? Да вы издеваетесь, блядь. Вали, ребята, часики тикают. Поезд уже близко, нужно опустить мост скорее. Идем, идем, идем. Пульт управления сломан. Тогда опустим мост по старинке. Как? Хватай этот залп. Какой залп? Блять. И куда мне стрелять? В те большие крепления. Отлично. Охренеть, еще чуть-чуть и была бы хана. Сейчас от часу не легче. Некогда расслабляться, Рой. Давайте, Дельта, завалим их. Да ёб твою мать. Да хватит гулять меня, сука ты такая, а? Вроде бы все. Да ладно, вы чё, всё не закончитесь-то? А, они прямо из песка вылазят, охереть. Последний подбит, всё чисто. Хорошие новости, детки. Не знаю, что вы там сделали, но мои разведчики сейчас доложили, что поезд с ракеты успешно заехал в ангар. Рада слышать, Падук. Значит, все готово для сборки. Возвращайтесь в ангар и запустите ракету. Падук, спасибо тебе. Конец связи. Теперь я точно уверен, что не насмотрелся на эту гребаную дыру. Ладно, закончим дело и поедем домой. А что, третья глава началась? А, нет, она и была у нас просто, это... Третий акт, судя по всему, начался. Третьей главы. Я что-то попутал, думал, четвертая, что ли, началась. Чё по времени? Два ровно. Да не охайте вы так, мы еле врезались, чё вы уж. Кого-нибудь еще удивляют размеры этой ракеты? Такая махина. Ракеты всегда большие. Ты знаешь, какой баллистический коэффициент нужен для борьбы с сопротивлением атмосферы? Нет, не знаю. Огромные, оттого и размеры такие. А каково это держать в башке кучу знаний, на которые всем наплевать? Валяй, наслаждайся своим невежеством, мне все равно. Рад, что вы согласны, ура. Знаешь, хоть я иногда и возмущался. Да не за что. Ладно, часто. Короче, спасибо, Дел. На самом деле, все было офигенно. Иными словами, 8 из 10. Готов повторить. А твое общество оказалось на удивление неотвратным. Сочту за комплимент.
Какая у меня... А, у меня Маркза другая пушка. Так, ну да, у меня все перезаряжено. Можно спокойно гулять. Так, авангард для ракет нам как попасть? Через сюда? Ну, объективно я не знаю, конечно, другого пути туда. Но если здесь закрыто, как бы им будет неудивительно. Так, вы покидаете пустыню, вы не сможете вернуться сюда. Еще раз надо убедиться, что мы ничего не забыли. Карта, смотрим, все выполнено, выполнено. Ну, тут особо не поисследуешь, тут повсюду у нас бури ебут. Ну, соответственно, вроде бы, ну, вот это, не знаю, какой-то клочок непонятный. Ну, вроде бы все, ничего не забыли, как мне кажется. Учитывая, что у нас осталось еще одно улучшение, я думаю, мы его получим уже в следующей главе. Давайте посмотрим, что будет дальше. Возьмись за другой край, покончим с этим. Падок, мы вернулись к ангару, все должно быть готово. Хорошо, Дэв попросил меня зачитать вам указания, цитирую. Залезайте внутрь, запускайте процедуру сборки ракеты. Запустите вышеупомянутую ракету и надейтесь, что эти спутники свяжутся с нашими. Конец цитаты. Ты надеешься, что эти спутники подключатся с нами? А вы от меня чудес ждете? Я компьютер едва умею включать. Нажмите кнопку и посмотрим, что будет. Ё-моё, теперь я начинаю понимать, почему мы так и не запустили эту ракету. Вы не запустили или вы, ну неважно. Ну что, вот она. Возьмем наша обожаемая ракета. Давайте спустимся на платформу и дернем рубильник. И посмотрим, что будет. Окей. Да, вот она стоит, красавица. Так, это не тот рубильник. А, пониже нужно спуститься. А, вот он. Мимо прошел. Надеюсь, сработает. Падок, ракета собирается. Берегись, да опять! Да кто еще? Твою мать, похититель. Да, это ладно, херня моего слова. Эй, 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 эй! Вот скотина, по-моему, он сделал это специально. Да всем посрать, надо вернуть на место носовой конус. Ой, блядь. Не одно, так другое. Ладно, хоть не взорвалось, на том спасибо. Вот, сука, похититель вернулся. Да где этот ублюдок? О, ебать, мой рот. Да, я помню, что он какой-то ебовый. Почки не взорвались, блин, сразу. Да, Джек нам заассистил, но толку-то. Джек, шок трап! Да слышь, слышь, friendly fire, friendly fire. Бля. С гранаты в руках помер. Да ёптать. Давай, парень, оживляй меня. Один готов.
Да еще и саранча идет. Еще и какая-то блатная. Ну, раздай нам защиту, алло. Nice work, Jack. Stay down. Ой, мы этого не добили. Отлично. Отлично, всех перебили. Ну да. Нужно залететь на ту мачту и выровнять все. Давай, давай, давай. Да, блин, хватит ко всему прилипать уже. Так, здесь ничего, устаревший лансер нафиг он нужен. С него бы патроны поднимать, вот это полезно было. Хотя, может, у него и патроны другие. Но мы тут нашли уже став с патронами. На этот не надо перезаряжать. Хорошо. Так, самое время. Надо починить носовой конус, пока новые не явились. Джек, выровняй эту штуку. Так, мы снова в деле. Потом залезайте на ракету, она довезет вас прямо к стартовой площадке. Круто. Да, вы гоните, что ли? Блин, они же так ракету повредят, они с гранатами бегут. Ну ладно. Отлично, всех перебили, ну да. О, собрали Лего. Охереть. Исполинская херня. Так, ладно, все готово. Знаешь, по нашим меркам все прошло почти без сучка и задох. Дел! Снимите его с меня. Фат сзади. Охренеть, Фат. Спасибо, чувак. Я очень тронут твоей благодарностью, но хочу напомнить, что я сейчас вишу, уцепившись за гребаный поезд. О, да, да, точно. Кряхтение от усилия. Акт 3, глава 4. Ух ты, ё-моё. Какая там фигня, прям как дрожь земли. Или как в Дюне. Так, ракета доставлена. Что дальше? Теперь поднимем ее для запуска. Судя по всему, вручную. Значит, мы должны найти зал управления и начать процедуру запуска, а потом вернемся на базу. Ох, срань господня, меня не предупредили, что тусоваться с вами так утомительно. Okay.
Так, инженеры ОНР явно не предусмотрели разъем для Джека. Так, ладно, Джек, давай, не стесняйся. Так, все именно так и должно быть, верно? Но выглядит все равно очень странно. О, спасибо. Вот и все, одна ракета вполне готова. Протокол запуска. Падок, нужен быстрый перевод. Погодите, вы начали процедуру запуска? Ну да, наверное. Тогда убирайтесь оттуда к чертовой матери, живо. Да ладно, это Джек сделал. Ребята, сюда. Куда сюда? Пошли, пошли. Мы справимся, все хорошо. Ох, плохо дело. Это что еще за хрень? Берегись. У кого есть умные идеи? Черт, он сейчас раздает плохому. Мы в ловушке. Заставим его отцепиться. Стреляй под их халом. Охренеть, откуда у него все это? И по отверстиям. Класс, в отверстиях пиявки. Так, сейчас он отцепится. Твою мать! Он возвращается. Бейте по дыхалку, когда они открыты. Осталась всего одна. Он нас раздавит. Мы это сделали. И как нам теперь спуститься? Скорей, скорей. Время на исходе. Блин, я хотел закончить серию еще минут 20 назад. Ну ладно. Сколько уже? Часа 2.5 играем. 2.15. Ну пока самая длинная серия из тех, что были. Трех существа. Черт, он все никак от нас не отстанет. Боюсь, он охотится не на нас, ему нужна ракета. Люк, это наш путь вниз. Блять. Он обвалился. Бейте по больному месту. Охренеть. Вали его. Раз, два, три. Еще две осталось. That one's open. Fire, fire. Last one. Спасибо, спасибо. On my way. Oh, my God.
Так, давай, поднимай меня. Так, где какое дыхало, а? Стреляйте, что вы ждете? Блин, еще чуть-чуть она закрылась. Он цепляется от ракеты. Черт. Ладно, хоть эти штуки не взорвались. Не уверен, что они взрывоопасные, но все же. Нужно валить с этой долбанной башни скорее. Давайте на лифт. Да небезопасно лифт, алло. Ну что, едем вниз. О, черт. Это у него харя, кереть. Офигеть, как мы выжили. Где наш странный ялик? Надо валить отсюда. Все живы? Да, только мы прямо под долбанными движками. Надо валить отсюда. Вот, сука. Уйо. Так, помогите! Офигеть, я сам освободился. Так их еще и две теперь стало, ебануться. О, красавцы. Блять, опять заклинило. Офигеть, всех схватили, кого не лень. Все, они у тебя закончились? Он отступает, уходим. Отступает? Зараза, зря я так сказал. А вот и наш выход. Черт, он перекрыл путь. Тогда злите его сильнее. Как? Да твою мать. На помощь, пацаны! Я сам спасся, спасибо. Бля, да что ж ты будешь делать-то? Давай, да стреляйте вы, вашу мать! У меня уже палец весь сломал себе. Колотить. Да и что ж ты будешь делать-то? У меня уже пальцы устали. Давай, пацаны, стреляйте, чё же вы? Да офигеть, я не могу так быстро нажимать. Я уже сам не выпутываюсь. Ух. Все, этот аттракцион закончился. Он отходит, да конечно. Нет, никак нет. Твою мать, ракета запускается. Проход открыт, уходим. Беги. Не останавливайся.
Да, морду там ему. Какого безопасного расстояния? Беги дальше, может узнаем. Существо рычит от боли. Нам не убежать. Так, детки, бегом в автобус. Это Падок. Давайте быстрее. Твою мать, черт, черт, черт. Ну давай, давай, тебе пора спасать. Там, ты там, ты счет-то ведешь? Офигеть, офигеть. Выбрались. Да, это было круто очень. Прям вообще охерительно круто. Она еще и летит неровно немного. А, ну, нормально. Офигеть, а кто это там наблюдал? Это, наверное, маманя этой, нашей подруги Мира. Ой, Мира, подруга наша, ну, блин. Акт 4, глава 1. Труженики тыла. Новая эфира. А, это дурацкая техника коалиции. Кажется, я потянул спину. Вот она, новая эфира. Родина промышленных магнатов, технофашистов и реакционеров и трусов. Угу, а еще тут есть приличная пища, чистая вода и душ. Фе, баловство. Дельта, с возвращением. После дезинфекции зайдите ко мне. Я отправлю кого-нибудь за маяками. Я поняла, Берт. Даже этих роботов не снесли, которые там на охране. После вас. Кстати, спасибо. А, мне подлить надо. Все, я в сборе. Да, может сфоткать вас для бомбы на память. Боже, ну ты говнюк. О, ну хватит меня клеить, серьезно, мне прям не по себе. Ну в чем дело, спутники уже подружились? Они как минимум выпивают вместе. Так, детки, встаньте рядом. А теперь смотрите. Ну да, красивое шоу, Берт. Но сработает ли? Для этого надо выполнить испытательный залп. К черту испытания, нам нужна настоящая цель. Раз мы выбираем цели, можно позвать какую-нибудь военную шишку. Это ведь Фац, да? Да, сэр. Заткнись нахер, Фац. Ого, сэр. У Роя есть королева, значит где-то должен быть Улей. Свой Нексус, где они особенно уязвимы. Ну да, и как мы будем его искать? Мы не будем, потому что ты наверняка уже знаешь. Откуда мне знать? Ладно, скажу на чистоту. Пока вас не было, Джин рвала и метала из-за того, что ты подключилась к разуму Улья. Погоди, что? Не бойся, я ее отговорил, но теперь нужно вспомнить, что ты тогда увидела, до мельчайших подробностей. Вдруг это нам поможет? Нет, ну, то есть, мне кажется, это бесполезно. Дальше мы справимся сами, сержант. Прошу прощения, а стучать не учили? Первый министр не стучит в дверь. Категорически не согласен. Джин, я же сказал, этому не бывать. А как насчет тебя? Ну, во-первых, штука, соединявшая меня с разумом Улья, мертва. Кстати, мы ее убили. Всегда, пожалуйста, рады стараться. Во-вторых, я вам ни капли не доверяю, так что я пас. Арестуйте ее. Что? Джин, вы рехнулись?
Айриш, что происходит? Нарушители в развалинах старой эфиры. Внешняя камера 16. Внешняя камера 15. Десятая камера. Твою мать. Они здесь. Значит, мы пойдем туда. Ладно, ладно, понял я. Ты поможешь нам с ними покончить. А я, по-вашему, херней страдала все это время? Да, продолжительная катсцена достаточно. Дельта, идите сюда. Скажи мне, что у нас есть план? Есть, это маяк наведения. Да я уж в курсе, это мы притащили его из Васгара. Лейтенант, расслабьтесь, я делаю свою работу. В общем, мы должны установить эти штуки по всему старому городу. Только что отдали маяки Коулу и Фацу. Где установим наш маяк? Восточная Академия. Установим его, получим зону для обстрела молотом. И вот тогда сможем дать сдачи. Ясно? Чисто. Окей. Врать не стану, дела там очень плохи. Значит, будем прикрывать друг друга, как всегда. Сначала помогите мне установить на улице маяк. Так, ну что ж, ребятки, на этом мы закончим. Получилась уже достаточно длинная серия, аж 2.5 часа. Но как бы то ни было, это было супер круто. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Продолжим мы уже в следующей серии и, скорее всего, закончим. Потому что четвертый акт, он последний, и в нем всего 2 главы, собственно, которую мы одну уже начали. Я благодарю всех за просмотр. Всем до встречи и пока.